Меня зовут Алексей Мусолик. Я вырос, живу и работаю в микрорайоне Северный. Здесь живут мои родители, мои друзья. Здесь растут мои дети. Я в городской думе, я начинаю свою работу на пустом месте. Вот уже 6 лет я тружусь в такой замечательной организации, как Совет общественности микрорайона Северного. Очень много удалось сделать. Например, 1500 пенсионеров сделали перерасчет здесь у нас, в Северном, не выезжая в пенсионный фонд. Мы организовывали здесь приемы этого фонда. Значит, мы устроили, добились того, чтобы сделали тротуар троллейбусному депо. Вошли в губернаторский проект «Спорт для всех». Сейчас в рамках месячника по очистке леса было вывезено уже 130 тонн мусора из леса. Мы подготовили проектно-сметную документацию для того, чтобы устроить тротуары, ведущие к школе 22 и 27. Это снимет проблему безопасности детей. Постоянно мы проводим праздники двора, елки, масленицы, работу, направленную на сплочение населения. Конечно, это далеко не весь перечень дел, которым занимается Совет общественности микрорайона Север. Очень многое предстоит сделать. Я иду в депутаты для того, чтобы сделать жизнь в нашем округе краше, чтобы людям здесь становилось комфортно, для того, чтобы в каждом дворе по возможности стали появляться вот такие вот прекрасные площадки, как здесь в рамках губернаторского проекта «Спорт для всех». Многофункциональная площадка удовлетворяет запросам как детей и взрослых. Главная задача – увести детей, отвлечь от алкоголизма, табакокурения, организовать зоны отдыха. Значит, за 14-м домом мы планируем восстановить парк 35-летия Победы. Сегодня уже выполнена первая часть, установлено ограждение, а в следующем году с привлечением ботанического сада там будут разбиты клумбы, цветники, установлены скамейки. Нам нужно все-таки воплотить в жизнь проект устройства тротуаров к школам, ведущим школам 22 и 27, потому что детям там небезопасно. Идей масса. Для того, чтобы их действительно воплотить в жизнь, чтобы они не остались не только на бумаге, а действительно стали живыми, вот для этого я иду в городскую думу. Я вырос здесь. Пацаном помню, здесь росли тысячи цветов. Сейчас это место в запустении. Наша задача восстановить этот цветущий сад. Мы выиграли грант Совета общественности. В этом году мы установили ограждение. В следующем году привлечем ботанический сад, устроим клумбы, скамейки, обустроим место для отдыха населения. В этом году мы обустроили безопасный переход в микрорайоне Северный между домами 10 и 11. С момента постройки микрорайона люди не знали, как здесь зимой пройти. Здесь очень скользко, узко, опасно. Сейчас здесь можно пройти как пешеходам, так и мамочкам на колясках. Моя мечта, чтобы такие вещи, такие удобные вещи появлялись в каждом дворе, на каждом улице, чтобы люди были довольны, чтобы им было комфортно проживать в своем микрорайоне. Округ Каштайский, в котором мы с вами живем, это самое живописное место нашего города. Наша с вами задача – сохранить, приумножить, навести здесь порядок. Это легкие нашего города, это наше с вами здоровье, это наше с вами будущее. Мы должны оставить его будущему поколению в первозданном виде. Сделано уже немало, но предстоит еще сделать еще больше. Большая дорога начинается с первого шага. Главное не стоять на месте. У меня большая команда единомышленников, людей, которые неравнодушны, которые заряжены положительной энергией, которые готовы сделать будущее нашего микрорайона, будущее нашего округа достойным. Став депутатом городской думы, я более эффективно смогу работать на вас, дорогие избиратели, более эффективно смогу исполнять ваши наказы. Вместе мы сила. Меня зовут Алексей Мусорин.